Дорожная карта по развитию глубокой переработки овечьей шерсти на территории страны утверждена. По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина, это стало возможным благодаря последовательной и настойчивой работе Совета Федерации и совместным усилиям всех заинтересованных органов госвласти, в частности Минпромторга. Принятое правительством решение является первым этапом масштабной работы по поддержке отрасли и созданию шерстяных кластеров, начатой по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина по итогам встречи с руководством Совета Федерации летом прошлого года. В основе дорожной карты лежат октябрьские рекомендации Совета по АПК, отражающие актуальные запросы ведущих предприятий по переработке шерсти. Это повышение и контроль качества производимой шерсти, оказание государственной поддержки предприятиям отрасли, таможенно-тарифное регулирование ввоза и вывоза отдельных видов шерсти и продукции ее переработки, а также обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. Почти все мероприятия из 27 предусмотренных планом должны быть реализованы до конца текущего года. Совет Федерации в первую очередь в лице профильного комитета АПК примет непосредственное участие в реализации дорожной карты, уделив особое внимание проработке и вопросу создания соответствующих кластеров с регионами, лидерами и их предприятиями. Это республики Дагестан, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Тыва и Ставропольский край.